Сайтова мы узнаем по итогам вот этой дуэли. Дайго Сайта против Аркадия Тереградцева из команды Fail Crew. Сайта начинает этот поединок в роли лидера. Хороший такой темп, респект в зоне. Там, в общем, про ограничение скорости ничего не говорили, но говорили, что должно быть равномерно все и без срывов осей автомобиля. И Тереградцев прекрасно знает, как у них там в Японии принято отрываться со старта. И Сайта осознает, какой же опасный соперник его сейчас преследует. И вот эти коррекции и вот эта траектория в первой клиппинг-зоне. Все это очень-очень существенно. Аркадий ошибается на самом финише оцениваемого участка, расширил там траекторию. Ехать максимально близко к Аркадию. Аркадию нужно не допустить как минимум тех ошибок, которые допустил Сайта. Вот эта постановка резко, но очень большой. По самой кромке асфальта Аркадий Тереградцев. Вот это проезд. Да, если и дальше так пойдет. Попал в внешнюю клиппинг-зону. И два колеса, три за пределами трассы. Ай-яй-яй. Ну что ж такое-то, и Сайта едва там не потерял свой автомобиль. Двумя колесами была Toyota за белой линией. Вот, наконец, решение. One more time, one more time. Ну вот, собственно, в створе Дайго Сайта. Опять в роли лидера начинает еще одну, вторую по счету, дуэль с Аркадием Цареградцевым. Зеленый сигнал светофора, и они поехали. Теперь мы оба прекрасно себе представляем тактику обоих пилотов. И сейчас Сайта, конечно же, попытается рвануть со старта. Что и происходит. Тереградцев тут как тут. Куридаши почти синхронно исполнили. Перекладка. И очень большой угол у Тереградцева. Главное здесь, да, хорошо восстанавливает движение в нужном направлении. Аркадий Тереградцев подъезжает близко-близко к Дайго Сайта, который в это время почти идеально отрабатывает первую внешнюю клиппинг-зону. И вот он, очень быстро приближающийся финиш. Ну, очень высокий там. Прямо сейчас на наших глазах снова входит в решающую фазу. Ох, какие же постановки у Аркадия. Просто дух захватывает абсолютно. От увиденного и Сайта тоже понимает, что на такой же угол не поставится. И с меньшим углом сейчас преследует Аркадия Тереградцева. Хотя и близко Toyota к Nissan, но угол-то угол. Угол должен быть такой же или больше. Мы все читали судейские задания, мы все это знаем. И Аркадий сейчас, хоть и заметился, как мне кажется, больше обыкновения. Понятно чего, но, конечно же, очень и очень испытывает нервы, каким бы дружелюбным ни казался нам Аркадий Тереградцев. Посмотрим, как это получится во время второго проезда. Навал, благополучный ретардер, Денис Репкин, разгон. Аккуратно выждал и заряжает в стену Сайта-сан. Да, очень серьезный удар. 650 сил против 1000. Сильвия против Toyota Mark II. И что, Россия против Японии? Нет, не будем прибегать к историческим аналогиям. Зеленый сигнал светофора провожает эту пару на первый боевой проезд. Для оружейников ситуация более комфортная, конечно, потому что сейчас так сходу Сайта свое преимущество в темпе не реализует. Разгон, поехали! Поехали! Зона Фуридаши все ближе, вот она! И почти там идеальная была траектория у первого клиппинг-поинта в исполнении Евгения Оружейникова. Сайта сразу подъехал очень близко, сразу начал стучать Евгению в дверь. Близко-близко, вот так, такой немного рваный темп. У Ружейникова два колеса за пределами трассы. Ай-яй-яй-яй. И это, конечно, серьезная ошибка. Здесь у Сайта намного меньше угол. И на сближение, там, как на перехват, пошел Дайго. На перерез буквально Евгению Ружейникову по узкой траектории. Борт-оборт. Автомобили покидают респект-зону. И Ружейников чуть позже ставится, но успевает это сделать до заветного конуса. Теперь нужно догонять. Сразу внутрь поехала Сильвия С-15. Что здесь будет с траекторией у Дайго? И отваливается Ружейников за пределами трассы. Он, похоже, да, не успевает на синхронную перекладку. И фактически отпускает Дайго. Отпускает его далеко-далеко вперед.
очень призрачные на итоговую победу. Да, судьи единогласно отдают третье место на пьедестале почета Дайго Сайта. И все-все-все на свете, что, в общем, едва ли будет нервничать. Хотя, как мы заметили в Сочи, да-да, у всех есть нервная система. Борис Бритва, пилот команды Fail Crew. И Дайго Сайта, Аймол ЕЕ Тим. Так, ставится близко, но в меньший угол. Выбирает по ходу пьесы по дороге к первому клиппинг-поинту и опаздывает с первой перекладкой. На второй будет пытаться подъехать ближе. Там гуляет угол у Бориса, промахивается. Он мимо зоны touch-and-go, которую вообще считали чуть ли не самым простым компонентом судейского задания. Грязный такой проезд получается. И даже Дайго, по-моему, этого не ожидал, естественно. Ну что, поехали, второй проезд. Дайго Сайта и Борис Вербицкий. В последний момент дает пространство своему сопернику Вербицкий. Какая агрессивная постановка, и если бы он не распрямился сейчас. Да, могло бы быть очень-очень круто. Ну и так, пока продолжается все неплохо, там оба пилота, там, мне кажется, были в замешательстве, в некотором есть контакт. И даже переднее колесо оказывается на капоте, фактически, Toyota Mark II. Вот вам и валидол. Тут уже сердечный приступ просто. И резко за счет меньшего угла догоняет своего соперника Вербицкий. Происходит такой дуплетом удар и... Вывернутое колесо помогает, вот, собственно, единогласное решение судей. Тут долго думать не пришлось. Ну, я думаю, что нет. Даже если Сайта в следующем раунде проиграет и не сможет выйти в полуфинал, то сами пилоты поменяются в полноценный хит из двух заездов. Если этого не хватит для выявления победителя, будет еще один зеленый сигнал светофора. Показалось, что чуть хуже Сайта среагировал, но просто он ехал прямо на камеру, а немножко под углом. И едва не доводит дело до столкновения Дайго Сайта. Держал все-таки траекторию в рамках обозначенных Аркадием Переградцевым. Двукратный чемпион D1 приближается вплотную к скайлайну Аркадия. Буду стараться не отпустить, но и Аркадий не так уж прост. Резкая перекладка и скайлайн 80. Восьмым номером устремляется к финишу. Цереграция, в красные огни сменяются зеленым. Поехали! Ну-ка, нужно теперь Аркадию во что бы то ни стало уступиться своего соперника. И он это проделает, по крайней мере, первую зону тачинго. Абсолютно синхронно проходят пилоты. Здесь Сайта будет пытаться оторваться за счет стремления оторваться, например. Потому что Аркадия мотор такой мощнее. И главное не замешкаться на перекладках, главное не поддаться магии более широких траекторий. Блестящая работа Аркадия Цереградцева. И сейчас, мне кажется, Дайго Сайта встретится с Сергеем Кабуркиным в битве за третье место. Ого-го-го-гой! Что творится, а? Вот этого нам еще не хватало. Быстрее, быстрее, спасатели, огнетушители Сайта, выпрыгивай оттуда, блин, скорее, а. Там же спирт, а он горит, как мы знаем, бесцветным пламенем. Надо поскорее выпрыгивать из машины. Дайго. В полуфинале четвертого этапа вчерашнего. Ну что же, первый полуфиналист известен, но теперь посмотрим, будет ли у Дайго Сайта 6 из 6 попаданий в топ-4. Или дальше пройдет Евгений Лосев. Сбылась мечта, пилот команды «Автопрофи». Вот он, Дайго Сайта, позади Евгения Лосева. Первым рывом в заезде и касается поролона там. Евгений Лосев Сайта по пятам следует. Чуть-чуть только уступая по углу Жене Лосеву. Перекладка синхронно. Браво, Дайго! Подъезжает вплотную. У пятой клиппинг-зоны параллельными курсами заканчивают они этот первый проезд. Зеленый сигнал. Поехали! Дайго Сайта против Евгения Лосева.
синхронно ставится, и Сайта промахивается мимо первой клиппинг-зоны, как бы это не сыграло с Сайта Саном полушутку. Третий попадает, и погнали дальше. Отрывается от мостера Дайка Сайта. Нужно догонять Евгению. Сайта был намного ближе в предыдущем проезде. Синхронная постановка, перекладка не удается, к сожалению, Евгению Лосеву. И да, отрыв намного больше, чем был у Сайта. Well, Daigo says that he respects Evgeny a lot in Chaser. Very thankful in his Instagram for keeping so green light, let's go. Look from Guacha. Great control of the car. And Daigo is being really, really close to him. See what's going on. Two voices against one. Both of them are friends, and he says would be no chances for Gacha if he finished that initiation that brought him to a crash, because he got the steering wheel locked because of the overgrip on the front wheels, and he couldn't get out of there. Russia and Japan. And Andrei Tsegev says, like, the qualifier champion is better.